Вы все знаете, что у нас есть 5 чувств человеческих. Это зрение, слух, речь, обоняние и осязание. Если мы хотим стать творческими людьми и писать прекрасные картины, наши все 5 чувств должны работать побольше процентов, чем они работали до сих пор. Допустим, главной нашей проблемой всегда являлось то, что мы не знаем, чему посвятить нашу жизнь. Кто мы такие в нашей жизни? Каждый человек на протяжении всего времени задается этим вопросом. Но Леонардо да Винчи предлагает нам такое упражнение, очень легкое и простое, которое выявит принадлежность вас к той или иной профессии, тому или иному идеальному хобби, который сделает вас счастливым. Хватит работать. Давайте начнем играться. Приглашаем вас принять участие в леонардовских играх и научиться действовать по правилам великого, гениального Леонардо да Винчи. Зайдем на территорию его мастерской и попробуем действовать так, как действовал он в своей жизни, придумывая различные ходы в своих научных изысканиях, но превращая их в какую-то такую интересную игру, типа кубик Рубика, который возможно перекрутить немножко, и вы уже окажетесь на другой территории той или иной философской идеи. Попробуем и мы действовать по этому методу. Леонардо да Винчи выработал для нас 7 философских принципов, которые помогут нам двигаться в искусстве правильно. Вот один из них – это куриосита, ненасытно любознательный подход к жизни и неустанный поиск и неистребимая жажда учения. Вот что нам надо для того, чтобы действовать по правилам великого Леонардо. Второй леонардовский принцип – демонстрационе. Глубоко укоренившаяся привычка проверять свои знания реальным опытом жизни. Настойчивость и готовность учиться на собственных ошибках. Третий леонардовский принцип – постоянное совершенствование органов чувств, особенно зрения, с целью достичь большей свежести и непосредственности нашего чувственного опыта. Клод Моне. Многообразие мазков цветовых создает впечатление присутствия воздуха на этих цветущих вишнях. Сфума – готовность сроков принять всяческую неопределенность, парадоксальность и двойственность. Клод Моне – пейзаж. Можно разрезать пополам, а можно обнять, как обнимаем планету. Нико Пиросмани представил нам лозы винограда как лес необычно. И огромный горшок, как дом для людей, для животных. Пятый леонардовский принцип называется артескиенса. Это стремление уравновесить науку и искусство, логика и воображение и целостное мышление, основанное на гармонии и сбалансированном взаимодействии обоих полушарий. Допустим, как художнику удалось обычную сфору собак соединить в одном пятиголовом существе? Эскиенсы – стремление уравновесить науку и искусство, логику и воображение. И вот здесь метод свободной ассоциации. Посмотрите, как Нико Пиросмани превратил тушки животных в курдюки для вина. Это немножко страшновато, но
люди такое придумали. Восхищение прекрасной женщины у Ника Перасмани шло не от ее внешнего облика, а от ее состояния растерянности и непонимания того, что она является богиней, производительницей любви. Седьмой принцип Леонардо да Винчи – коннессионе, глубокое осознание взаимосвязи всех вещей и явлений. И вот в картине Нико Перасмани есть такой принцип, как аналогия несопоставимого, где происходит все, что видит художник с точки зрения маленького ребенка. Он перечисляет все, что может происходить, и то, что воображает его суть. Еще относится к принципу коннессионе, глубокое осознание взаимосвязи всех вещей и явлений по леонардовским задачам, как орнаментальная живопись или орнаментальное восприятие пространства. Посмотрите на эту картину. Все, что бы здесь ни происходило, уравновешено геометрическими формами друг с другом и может являться ковром. И может являться переплетением одних предметов, одних сущностей с другими. И все это образует единую орнаментальную философию.